Уже после спортсмены, депутаты и руководитель Федерального агентства по делам национальности Игорь Баринов встретились с дагестанскими студентами. В беседе гости рассказали о своих впечатлениях от республики. К примеру, мастер спорта по тайскому боксу Артем Левин признался, что уже давно собирался посетить наш регион, но возможность появилась только в этом году. Увиденным спортсмен остался доволен, отметив, что теперь будет знать о Дагестане не только как о родине борцов, но и республике с прекрасными и гостеприимными людьми. Перед собравшимися выступил и олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев, который рассказал о том, как важно реализовывать различные молодежные проекты в нашем регионе, а также призвал всех принять участие в предстоящих выборах.